эфире программа «День города», в студии Наталья Новикова. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Актуальные темы в журналистике. В Санкт-Петербурге проходит медиафорум ОНФ. К сожалению, день рождения только раз в году. 71 год исполнился Октябрьскому району Рязани. Поделиться опытом в Рязанском КБ состоялась научно-практическая конференция. Журналисты со всей страны съехались на медиафорум ОНФ в Санкт-Петербург, чтобы обсудить десятки актуальных тем. Четвертый медиафорум собрал рекордное количество участников – около 500 журналистов из самых отдаленных уголков страны. Среди них и наша коллега, журналист телекомпании «Город» Алена Куколева. 3 апреля в Санкт-Петербурге завершился медиафорум, собравший журналистов со всей страны. Большинство участников – авторы острых статей и репортажей на самые злободневные темы, от ЖКХ до проблем экологии, которые сумели сдвинуть ситуацию с мертвой точки, решив проблемы в своих городах. Они и стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость», который организовал Общероссийский народный фронт. В число победителей вошла наша телекомпания и корреспондент службы новостей Алена Куколева. За освещение проблем, возникших в Рязани в результате взрыва жилого дома в Первом осеннем переулке осенью прошлого года. Представители ОНФ провели оценку выпущенного в эфир материала и, подведя итоги, отметили, что сюжеты нашей телекомпании принесли пользу пострадавшим от взрыва людям. Что касается прошедшего в Санкт-Петербурге форума, стоит сказать, что в ходе насыщенной программы работали площадки для обсуждения представителями СМИ и властью проблем современной журналистики. Мы связались с нашим корреспондентом, чтобы подробнее узнать, что представители СМИ возьмут на вооружение в своих регионах. Региональные журналисты и наши сюжеты становятся гораздо ближе к конкретным проблемам, чем многие федеральные СМИ. Об этом сказал и Сергей Иванов, это специальный представитель президента по делам экологии и транспорту. Он также вчера посетил форум и отвечал на вопросы журналистов. Как мы знаем, год экологии, проблемы свалок, мусора, вырубки и пожаров лесов, обмеления рек актуальны как никогда, и в каждом из регионов есть глобальные проблемы. На самом деле, не только проблемы, трудности здесь вчера обсуждали. Одну из тематических площадок я для себя выбрала. Это «Праздники России», и мы с режиссером Тимуром Бекмамбетовым пробовали придать новые формы и вспомнить те ушедшие смыслы, которые присущи Дню космонавтики. Работа получилась настолько продуктивной, что мы решили в самом деле пробовать ввести новую форму праздника 12 апреля. Тимур на режиссер на своем уровне, журналисты в своих регионах на своем. Все впечатления от форума и пребывания здесь омрачились сегодняшней трагедией, взрывом в метро. На данный момент уже известно, что есть погибшие. Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге произошел теракт, это не помешало работе медиафорума. Как раз в это время перед собравшимися журналистами выступал президент страны Владимир Путин. Среди тем, которые он затронул, прозвучала проблема ремонта автодорог. Владимир Путин подчеркнул важность освещения в СМИ этого вопроса. Еще одна российская беда – обманутые дольщики. По всей стране журналисты на протяжении последних лет стараются повлиять на ситуацию. И, конечно, не зря Владимир Путин выразился свое мнение по этому вопросу. В 14 регионах недостроены дома были, и люди остались и без денег, и без жилья. В 14 регионах. За прошлый год в 10 уже построены. Но объемы незавершенного строительства в оставшихся регионах достаточно большие. Значит, часть должна быть закончена в этом году, и все должно быть исполнено в 18-м. Контроль мы соответствующим образом здесь обеспечим. Каждый участник форума по его завершению получил для своего региона большой опыт. И 3 апреля журналисты начали разъезжаться по домам, чтобы применить его в деле. Однако террористические атаки в Санкт-Петербурге заставили некоторых людей задержаться в северной столице. В городе были перекрыты все станции метро, парализовано движение транспорта. Работа спецслужб по всей стране в связи с произошедшим терактом усилена для обеспечения безопасности жизни граждан. Октябрьский район Рязани отметил день рождения. В кинотеатре «Октябрь» прошло праздничное мероприятие, посвященное 71-й годовщине, на котором побывал Артем Бухвалов. Район Октябрьский, города Октябрьский, наш район. С хорошим настроением весну встречает он. Вот так началось празднование 71-й годовщины образования Октябрьского района города Рязани. В кинотеатре «Октябрь. Аншлаг» тут были все. И видные политические деятели, и ветераны труда, и дети, которые с удовольствием приняли участие в праздновании дня рождения. Чтобы они много там проживали, у них всегда тут царило царство и добро.
Первоначально праздник должен был состояться на площади, но из-за капризов природы его решили перенести в зал кинотеатра. Однако это не помешало настроению, и день рождения состоялся. Все приходится какие-то пару часов переигрывать, переносить в зал, конечно, дорого стоит. И тот праздник, который проведен, это, во-первых, спасибо им огромное. И тот праздник, который проведен вот так с листа, он вдвойне дороже. Октябрьский район – это самый динамично развивающийся район города. Тут проживает более 140 тысяч человек. В него входит 15 административных единиц города. Хорошая инфраструктура, спортивные сооружения и досуговые центры делают жизнь в этом районе очень уютной. Около 30 лет я тоже живу в этом районе и считаю, что он один из лучших в городе Рязани. Он постоянно у нас с вами развивается. И сегодня, наверное, для каждого из нас не просто вот какой-то праздник, да, потому что это наши радости, наши испытания. Это наша история и, конечно, это наш труд, благодаря которому создано все то лучшее, чем гордится наш Октябрьский район. Благодарственные письма и ценные подарки получили самые активные деятели района. В Октябрьском районе большие вложения в спорт и заинтересованность детей очень большая. То есть после того, как программа футбольная, ГТО, вот сейчас у нас центр тестирования, это спортивный комплекс «Химик», детишки идут. То есть создаем все условия, которые необходимы для занятий, и дети идут. А гости праздника увидели выступление лучших творческих коллективов города Рязани. Как бы ни родили, сотрудники госавтоинспекции за безопасность дорожного движения ни один день не обходится без дорожных происшествий, которые, к сожалению, зачастую уносят человеческие жизни. Не стали исключением и минувшие выходные. Смертельное ДТП в Рыбновском районе спровоцировало водитель Киарии. В воскресенье 2 апреля в 5 часов вечера 41-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в автобус «Сетра». После этого автомобиль вынесла на встречку, где машина столкнулась с «Тойотой Камри» под управлением 39-летнего жителя Рыбновского района. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Киа» 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. Женщина-водитель данного транспортного средства с травмами госпитализировано в больницу. Пассажиры автомобиля «Тойота», 40-летняя женщина и два ее сына, 6 и 8 лет, с ушибами и ссадинами, были доставлены в больницу. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, что дети перевозились в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются. В субботу обошлось и без человеческих жертв. Возможно, просто потому, что пьяного рязанца вовремя остановили госавтоинспекторы. Правда, с первого раза задержать мужчину не получилось. Рязанец попытался скрыться от автоинспекторов и все-таки устроил ДТП. Инцидент произошел около 9 вечера 1 апреля. Шутка, впрочем, оказалась не смешной. 50-летний водитель на ВАЗ-2115 проигнорировал законные требования сотрудников ГИБДД об остановке. Сотрудники полиции начали преследование, в ходе которого нарушитель включил заднюю передачу и врезался в припаркованный автомобиль, после чего решил уехать с места ДТП. Как выяснилось, мужчина был пьян. Вы сегодня выпивали? Так точно. А что пили-то? Вино. Много? Я не считал. Грамм 30 точно говорит. При освидетельствовании автомобилиста алкотестер показал 1,89 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Известно также, что в ноябре прошлого года злоумышленника уже лишали прав за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет. Кстати, автомобилистов просят обратить внимание. В Рязани перекроют движение транспорта на участке от дома номер 8 по улице Кудрявцева до пересечения с улицей Горького. С 12 часов ночи 4 апреля до 24.00 5 апреля здесь будут проводиться дорожно-строительные работы. Водителей об изменениях в организации движения будут предупреждать с помощью дорожных знаков. Прервемся ненадолго, а далее вы увидите. Наша служба и опасна, и трудна. Патрульный полицейский – профессия настоящих мужчин. Поделиться опытом в Рязанской УКБ состоялась научно-практическая конференция. Профессия врача – одна из самых популярных. В Рязанском медуниверситете прошел День открытых дверей. Сегодня в Рязанской областной клинической больнице состоялась научно-практическая конференция. Опытные хирурги делились знаниями со студентами-медиками. Причем делали это не только в конференц-зале, но и в двух операционных. В режиме онлайн присутствующие могли наблюдать за ходом операции, проводимых с помощью инновационного оборудования.
Сейчас слово «онкология» вызывает большой страх. Притом за последние несколько лет количество заболеваний только возрастает. Но и медицина не стоит на месте. Каждый раз появляются новые инструменты, а хирурги со всего мира стараются делиться опытом с коллегами. Вот и сегодняшняя научно-практическая конференция проводится с этой целью. Очень актуальная тема по нескольким причинам. Во-первых, повсеместный рост заболеваемости раком прямой кишки. Второе – это рост летальности. Практически уже выходит на второе-третье место в России по смертности данной локализации рака. Двух раковых больных сегодня оперируют именитые врачи. На конференции будет вестись видеотрансляция в прямом эфире. Мы сегодня подготовили пациентку, с которой я буду заниматься. Это колоректальный рак, который имеет распространение уже на гинекологические органы. Это живая хирургия, здесь возможно все. Возможные неудачи, здесь невозможно пенис смонтировать, чтобы показать очень красиво. Здесь уж как будет, так будет. Поэтому я очень волнуюсь. В прежние времена при всех медуниверситетах была распространенной практикой содержать ветлаборатории. Они играли огромную роль в проведении исследований и подготовке специалистов. После того, как в нашей стране произошли преобразования, такие лаборатории находятся в депрессивном состоянии. К сожалению, хирурги отрабатывали свои навыки напрямую на человеке. Сейчас в Рязани работа ветлабораторий возобновляется. Она имеет достаточно много пространства, то есть комфортное для обучения, для экспериментов. Там совершенно фантастическое оборудование, современное, что очень важно, потому что молодые хирурги должны работать с современным оборудованием. И мы думаем, что будем теперь на постоянной основе сотрудничать с Рязанским медицинским университетом, с тем, чтобы вот использовать ваш ресурс в обмен, давая свой богатый ресурс в реальной клинической практике. Основой лечения рака прямой кишки является правильный вход в слои и удаление лимфатических узлов. Раньше считалось, что через маленькие отверстия это сделать невозможно. Сейчас уже по прошествии лет, то есть мы отработали настолько методику и показываем, что это гораздо более безопасно, лучше, чем это открытый метод, что это может, по идее, освоить в принципе любой врач. Главное заниматься в этом плане. Рязань показывает здесь, что отделение колоректальной хирургии уже стоит на высоте, вышло в одно из ведущих отделений нашей страны. Вот. И непосредственно вот эти вот методики тщательного выделения и использования самых современных сшивающих аппаратов покажем сегодня, то есть как это использовать, как это применять, вот как это делать безопасно. Многие инструменты, которые врачи будут применять сегодня, нам покажут впервые. Как, например, небольшие 3-миллиметровые. Я очень рад, что за это время, фактически за 15 лет, мы сделали огромный шаг вперед, и что мы все равно остаемся на 3 атаки. Вот, что мы можем сегодня даже московским гостям показывать ведущие хорошие, правильные методики, обучать их. И мне радостно о том, что мои ученики, в частности, в лице Дмитрия Анатольевича Побезова, продолжают дело здесь, в Рязани, вышли на лидирующие позиции. Сегодняшние операции будут не только транслироваться в прямом эфире, но также будет непосредственная связь с врачами. А в конференц-зале будет вестись обсуждение каждого ее этапа. Поэтому можно смело сказать, что научно-практическая конференция оставит свой значимый след в практике будущих и нынешних хирургов. Наши врачи неоднократно посещают различные конференции, которые проходят у нас за рубежом, а также посещают мастер-класс и обучение. И вот, например, сейчас съездили в Японию и в Англию. И все, что передовое, то все, что в мировой практике на сегодняшний момент существует, мы стараемся моментально внедрять у нас. Их служба действительно опасна и трудна. Они патрулируют улицы города, для них не существует плохой погоды. Они на посту и в выходные, и в праздники. Патрульный полицейский – профессия настоящих мужчин. Патрулирование улиц, проверка документов, пресечение преступлений. Работа полицейского опасна, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя на дежурстве. Но в борьбе с преступностью у них есть надежные помощники. Это обычные горожане, которые жалуются на пьяных, странное поведение людей и агрессию. Иногда случаются кражи. Например, сегодня таксист сообщил о том, что группа цыган ворует провода. Еще реже серьезные преступления. Одно из них и вдохновило Вадима Нечаева стать офицером. Лет, может, 9-10 было. Просто как-то зашел в магазин, а там, ну, произошел грабеж, там были сотрудники полиции. Вот. Ну, как бы я испугался всего этого. Вот. Ну, один сотрудник полиции все успокоил, мороженое мне купил. И после того момента как-то просто захотелось в полицию, и все.
Чтобы стать хорошим полицейским, потребовалось выучить законы. Основные – это, конечно, Конституция, закон о полиции и административный кодекс. Следующим слагаемым успеха стала отличная физическая подготовка и приемы самообороны. Человек задержал, там, допустим, распивал пиво, вот, все ему объяснил, он с этим не согласен, там, пытается убежать там, или что-то еще, хотя уже есть, в принципе, фотографии там, и свидетели. Но приходится задерживать, принять физическую силу, чтобы там не убегал. Но это скорее исключительные случаи. Именно для них у полицейского с собой есть дубинка, пистолет Макарова и наручники. Но все чаще на службе им требуется нагрудный знак, удостоверение, свисток и фонарик. А главным оружием становится не сила, а слово. Ведь именно с помощью правильной речи можно помочь человеку осознать неправильность своих поступков. Были такие случаи, когда встречаешь человека там, и он там: «А, здравствуйте», там, ну, как уж так вот, смеемся там. «Все, не пьешь, там, не распиваешь, там, нет, все, говорит, заплатил 500 рублей штраф, уже все, как бы неохота лишние деньги из кармана платить, неохота никому». Каждый день десятки полицейских выходят на боевые дежурства для патрулирования городских улиц, чтобы люди могли быть уверены в завтрашнем дне и собственной безопасности. В минувшие выходные в нашем городе состоялась презентация поэтическо-прозаического монолога «Мой милый мальчик», автор которого – поэт и писатель Анна Бобровская. Сегодня Анна живет и работает в Москве, хотя ее родной город – Рязань. Конечно, популярность молодой поэтессы не сравнится с популярностью звезд шоу-бизнеса, но уже сейчас она собирает полные залы на поэтических вечерах, выступает и на больших культурных мероприятиях в столице и других крупных городах. И вот, наконец, с поэтической миссией Анна посетила и родной город. Несмотря на то, что Анна Бобровская довольно часто бывает в родном городе, творческий вечер в Рязани она провела впервые. Москва, Казань, Санкт-Петербург – все эти города она уже внесла в свой послужной список, а вот с Рязанью все как-то не складывалось. А между тем Анна свой город любит. Здесь она выросла, здесь она получила 3 высших образования, сюда она каждый раз стремится. И вот, наконец, ее мечта осуществилась. Именно в нашем городе состоялась презентация поэтическо-прозаического монолога «Мой милый мальчик». Честно говоря, я сломала всю голову, пока я думала о том, как ее сделать, эту презентацию, чтобы она была приятная для восприятия, а не так, что «а сейчас вот я расскажу вам стихотворение, которое написала в 2013 году, а следующим стихотворением будет…» Ну, короче, я эту историю оставила и написала целую пьесу небольшую, в которой одно стихотворение перетекает в другое, но через диалог, через историю вот Ани, в которой живет много разных Ань, и которые вот любят, ищут, как-то там между собой спорят. Стихи писать Анна Бобровская начала еще во 2 классе. На сегодняшний день у нее вышло 3 поэтических сборника. Последним как раз стал «Мой милый мальчик». Интересно его оформление. По сути, это несколько десятков открыток. С одной стороны, иллюстрации казанской художницы Алины Замиловой, а с другой – непосредственно стихи Ани. «Если я в твоих руках не горошинка, не жемчужинка и не клад, брось поскорее, вырони, там принц, моряк и пират. Я верю». Все стихи Анны о любви, либо об отсутствии таковой. Причем неважно к чему. К человеку, к жизни или отдельным ее явлениям. Светлые, чистые, открытые, как и их автор, эти строки могут поддержать, научить, заставить улыбнуться. Сегодня Анна Бобровская уезжает в Москву. Но, будем надеяться, она еще не раз приедет в родную Рязань и подарит рязанцам кусочек своего творчества. Настроение весны меняется в сторону потепления. И вот-вот, обещают синоптики, в наш город заглянет почти настоящее лето. Дожди, тем не менее, пока будут неотъемлемым атрибутом весенней картины. Впрочем, возможно, именно благодаря им родной город умоется и очистится от остатков снега и грязи, а серый цвет улиц быстрее сменится зеленым. Ранняя весна особо капризная. Март почти месяц шел по очень теплому апрельскому графику, а завершился типичными зимними явлениями погоды, впечатляющим минусом в финале и кратковременным восстановлением снежного покрова. Но к границам Черноземья уже приблизилась волна тепла из Восточной Европы, обещая весьма теплое продолжение. 4 и 5 апреля в зоне повышенного атмосферного давления вероятность осадков будет небольшая. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Преобладающая температура воздуха ночью – -2, +3 градуса, днем +6, +11.
А уже в четверг рязанцам выпадет возможность насладиться почти летним теплом. По предварительным прогнозам синоптиков, днем градусники покажут от 11 до 16 с плюсом. Правда, под влиянием теплого атмосферного фронта пройдут дожди различной интенсивности. В выходные дни без осадков также не обойдется, а температура воздуха слегка понизится. Ночью минус 3, плюс 2, днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Впрочем, все идет своим чередом. Настоящее тепло уже на пороге и вот-вот по-хозяйски обоснуется в нашем регионе. А пока об устойчивом переходе температуры к положительным значениям говорить рано. Не исключено понижение температуры и до отрицательных значений, равно как и возвращение мокрого снега. Поэтому автомобилистам с заменой зимней резины на летнюю лучше не торопиться. А любителям проводить время на свежем воздухе не убирать далеко теплые вещи. Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения составили список наиболее популярных профессий, выбираемых родителями для своих детей. На первом месте рейтинга по подсчетам социологов оказалась профессия врача. В нашем городе специалистов в сфере медицины и здравоохранения вот уже более 70 лет. Успешно готовит Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова, который по праву пользуется заслуженным авторитетом как в России, так и за рубежом. В минувшую субботу в университете прошел день открытых дверей. Как встречали будущих студентов, расскажем в следующем материале. За более чем 70 лет работы Рязанский государственный медицинский университет подготовил десятки тысяч специалистов различной направленности. Сегодня его можно назвать международным, ведь здесь обучаются иностранные граждане из более чем 50 стран мира. На сегодняшний день РИАСГМУ – это 9 факультетов, более 50 кафедр, 16 учебных корпусов, научная библиотека, стоматологическая поликлиника, научно-исследовательская лаборатория, виварий, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Неудивительно, что на день открытых дверей в этот университет традиционно приходит более 1000 абитуриентов. Этот год не стал исключением. Актовый зал полон, а руководство готово подробно рассказать и о процедуре подачи документов, и о работе университета в целом, и о востребованности выпускаемых специалистов. Не обошлось на дне открытых дверей и без сюрпризов, которые были подготовлены для абитуриентов и их родителей. Так, впервые в стенах университета было проведено прямое включение из операционной ветлаб, где в это время проводилась хирургическая операция. Очень рад всех приветствовать. Пару слов, что здесь все-таки сегодня происходит. Сегодня тренировка нашей олимпийской, чемпионской, можно сказать, команды, которая несколько недель назад выиграла всероссийские олимпийские игры как раз в лапароскопической атлетической хирургии. Вот сейчас, ну, можно сказать, капитан этой команды Константин выполняет аппендэктомию, которая моделируется на маточной трубе. Ректор РИАСГМУ Роман Калинин рассказал о возможностях университета, о перспективах, которые открываются перед студентами, а также о стипендиях и активной творческой жизни. После этого большинству присутствующих, причем не только абитуриентам, захотелось стать студентом именно этого вуза. Университет вперед двигают студенты. Авторитет университета и имидж университета прежде всего формируете вы. Формируют ваши победы, ваши успехи и то, насколько вы действительно хотите сами развиваться и двигаться вперед. Мы будем вам в этом помогать, мы будем учить, мы будем вместе с вами работать. Успехов вам! Спасибо, что вы начинаете выбирать наш университет. В день открытых дверей все желающие смогли задать руководству университета вопросы. Чем отличается минимальное проходное количество баллов? Насколько специальности сразу можно подавать документы? Реально ли поменять факультет после поступления? Пока не были даны ответы на все вопросы, руководство вуза не покинуло актовый зал. Я больше узнала о вступительных испытаниях, потому что я после колледжа, я имею право их сдать. Соответственно, за что начисляются дополнительные баллы и так далее. То есть это для меня было важнее всего. Больше узнала об институте, много интересной информации получила. Также про целевое направление подробно рассказали. В этот день для гостей действительно были открыты абсолютно все двери университета. Для абитуриентов и их родителей волонтеры провели экскурсии по подразделениям вуза. Они смогли посетить симуляционный центр, ветлаб, анатомический музей и узнать больше о будущей профессии. Что вас больше всего впечатлило за время экскурсии? Ну, наверное, центр симуляционного обучения, то есть вот тренажеры, это, я считаю, это очень интересно. Прием документов стартует 20 июня. Кстати, подать их можно и через интернет. Всю интересующую информацию абитуриенты могут найти на официальном сайте РИАСГМУ. А если все же возникнут вопросы, сотрудники университета обязательно на них ответят.
На этом все. Все новости смотрите на сайте город62.tv. Прощаемся с вами. До завтра и хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».